После матча с Армату и Федерацией возникло много вопросов и к Бурым Медведям, и как сопернику. Явно видно, что тренер команды сделал что-то, запрещенное правилами, и есть все признаки, что это был договорный матч. Непонятно только, кто с кем договорился и о чем. В Подольск из Москвы приезжает комиссия во главе с Надеждой Ивановной, цель которой – узнать всю правду и найти виновных. Впрочем, в том, кого во всем обвинить, Орлов уже даже и не сомневается.